Нина Маханова приехала в Анапу из Костромы 4 года назад. Там работала в детском доме. В 2003 году они с мужем решили взять в семью девочку, которой помимо родительской заботы требовалось лечение. Он, конечно, купил кучу гостинцев, она тут же к нему побежала, с первого раза папа. Ну, раз уже сказала папа, все, значит, забрали сразу. Девочка выросла, вышла замуж, скоро родится ребенок. Вместе с мужем Нина Маханова вырастили 9 детей, еще 4 живут с ними. Детки очень болезненные. Очень часто болеют, но здесь море, солнышко. Но мы нисколько не жалеем, нам в Анапе очень нравится. Мы даже успели занять первое место в зональном конкурсе, когда только что приехали. С мужем мы очень согласованы, но, в общем-то, все благодаря мужу, потому что у нас очень крепкая, дружная семья. И самое интересное, что у нас двое старших детей, они тоже приемные родители. Обменяться опытом – главная задача подобных мероприятий. В воспитании приемных детей нет готовых рецептов, но есть похожие ситуации. Очередь принимать зональное совещание у Анапы. В город-курорт приехали представители Новороссийска, Геленджика и Крымского района. В прошлом году я была в Крымске от этой зоны. Очень активная зона. Но так как не была ни разу в Анапе на зональном, поэтому приехала сюда в этом году. Очень дружная зона по работе, настолько активная. Хотелось бы, конечно, там свои были тонкости, в Крымском районе собирали нас, и там своя повестка дня была понятна, здесь своя, делится сегодня, делится опытом родители, очень много приезжих с России родителей. Такой клуб, где есть возможность пополнить знания, разделить интересы и душевно общаться, на Черноморском побережье единственный. Возможным его открытие стало и потому, что глава города настоял на выделении прекрасного помещения для его организации. Так появилась площадка для обмена опытом на городском уровне, а также место, где ребята занимаются творчеством под руководством своих родителей. Многие из них педагоги. Недавно к уже существующим добавились кружки оригами и бисероплетения. В планах пойти в поход. Одна из мам решила организовать кружок по выпечке. Мы очень хорошими, такими большими семимильными шагами идем к своей цели. Хотим сейчас выезжать в наши сельские округа, в Анапский, Благовещенку, в Гастогаевку, где у нас тоже очень много деток, им тяжело добираться до Анапы, и поэтому мы хотим пойти к ним навстречу со своим клубом. По словам председателя общественного совета приемных семей Краснодарского края Эльвиры Степановой, она готова поддержать инициативы семей и продвигать их на краевом и федеральном уровне.